Второй этап Кубка Урала, Сибири и Республики Казахстан по трековым автогонкам прошел 25 января. Автогонки в Заурале всегда пользовались большой популярностью. Это воскресенье, несмотря на суровые погодные условия, не стало исключением. В заездах приняли участие 40 спортсменов. 10 лет я провожу эти соревнования. И 10 лет каждое что-то меняется новое. Конечно, стареют машины, но есть энтузиазм у гонщиков. Вы посмотрите, какие 4 года назад у нас не было заднеприводных классики. 4 машины было. Сейчас у нас 16 машин в Кургане. Ну, это здорово. Ребята стараются, делают машины. Мы для этого делаем новые трассы. Эта трасса старая, конечно, она уже испытанная. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин открыл соревнования и пожелал гонщикам честной, бескомпромиссной борьбы. И судейской коллегии, и оргкомитет сделали все возможное, чтобы, не взирая на погодные условия, соревнования прошли на самом высоком организационном уровне. Думаю, что так и будет. И спортсмены, особенно курганские наши ребята, порадуют хорошими спортивными результатами всех нас. Но и праздник автомобильного вида спорта, он свершится сегодня на нашей гостеприимной курганской спортивной земле. Кубок губернатора Курганской области, который разыгрывался в суперзаезде, остался на родной земле. До финиша в суперзаезде добрались четверо, но первым – курганец Алексей Богомолов. Василий Малухин, Александр Мельчиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».